В преддверии Нового года образовательные учреждения украшают фасады праздничной иллюминации. Разноцветные гирлянды и сверкающие композиции преобразили десятки челябинских школ, участвующих в городском конкурсе на лучшее оформление. Мы ежегодно создаем себе настроение ученикам, родителям, коллективу, чтобы почувствовать эту предпраздничную пору. И поэтому мы ежегодно придумываем оформление нашей территории, и в данном случае световое и не только. В 10-й гимназии решили совместить приятное с полезным. Украсили школьный двор и научили детей работать в технике декупаж. Своими руками ученики начальных классов создали уникальные фигурки для общей гирлянды. Нам в школе давали деревянные фигурки ангела. Мы их красили акрилом, а потом наклеивали на них новогодние салфетки, и получился декупаж. Я покрывала лаком, чтобы снег не налип на моего ангела. Фантазии школьников не ограничивали. Поделки они оформили бусами, бантиками и искрящимися звездочками. У каждой фигурки своя изюминка. Единорога, вот шар мой, я посыпала блестками из краю искусственным снегом. Такой милый стоит там с подарками, ждет блестками. Украшение территории сплотило не только школьный коллектив, но и семьи. Это большая связующая ниточка между родителями и детьми, что делаешь все своими руками, общаешься, что-то даешь своим детям, чтобы они в жизни могли этим воспользоваться. Днем оформление задает новогодний настрой и поднимает настроение, но эффектнее всего иллюминация смотрится с наступлением темноты. Наталья Шмахметова, Илья Капелин, Урал-1.